Ваше королевское высочество. Your Royal Highness. Ваше превосходительство, госпожа Верховный комиссар Астрид Торс. Your Excellency, Miss Astrid Torres, the High Commissioner. Ваше превосходительство, экс-верховные комиссары. Your Excellencies, the former High Commissioners. Дамы и господа. Ladies and gentlemen. Для меня огромная честь выступить от имени правительства Кыргызской Республики и участвовать в самой официальной церемонии награждения премии Макса ван дер Стула неправительственной организации «Справедливость» из моей страны. It is for me a great honor to be here present on behalf of the government of the Kyrgyz Republic and to be here on the occasion of the award of Max van der Stoel to one of the non-governmental organizations «Справедливость» from our country. С момента своего основания Институт Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств неизменно уделял большое внимание Кыргызстану. From the moment when it was founded, the institution of the High Commissioner on the National Minorities of the OSCE has paid quite some attention to Kyrgyzstan. В частности, первый Верховный комиссар, именем которого названа данная премия, господин Макс ван дер Стоел, посещал Кыргызстан 12 раз. And particularly Mr. van der Stoel, by whose name this award is named, has visited Kyrgyzstan about 12 times. Столь же внимательное отношение сохраняется к нашей стране до сих пор. And this close attention is still being given to our country up to now. Хотелось бы поблагодарить офис Верховного комиссара за постоянную помощь и поддержку нашей страны в наших усилиях установления справедливости и мира. And I would like to thank the High Commissioner for the help to us for all the efforts that you are giving us to support our efforts to have the justice and to have peace in our country in Kyrgyzstan. Выбор неправительственной организации «Справедливость» из Кыргызстана в качестве получателя этой премии является ярким свидетельством того, что организации гражданского общества, прежде всего правозащитные организации, имеют широкие возможности для своей свободной работы в нашей стране. And the fact that such organization as Справедливость, a non-governmental organization, has taken this prize and this award, and it has the possibility to work in our country, shows once again that there is a situation in our country where you can do this kind of work. Мы надеемся на дальнейшую плодотворную деятельность организации «Справедливость» и других правозащитных организаций в нашей стране в деле защиты прав этнических меньшинств в Кыргызстане. And we really hope that this organization, together with other organizations which are working on the human rights in our country, will keep on doing their work and which help us to do the work with the national minorities in our country. В заключение хочу заверить, что все органы государственной власти Кыргызской Республики ставят своей целью достижение стабильного и устойчивого развития страны, дальнейшую демократизацию, реализацию инклюзивной политики и уважение к многообразию. And I would like just to stress out, to summarize my speech, that our government of our country is doing everything to have the policy that is aiming for the peaceful coexistence of different ethnic groups, the inclusive policy and working and living by the rule of justice. Надеемся, что в достижении этих целей мы будем по-прежнему получать поддержку и сотрудничество с международными партнерами, прежде всего с Институтом Верховного комиссара по правам национальных меньшинств. And спасибо really, за внимание. We're really hoping that we will keep on getting the support from the international organizations and especially the organization of the High Commissioner on the National Minority Questions. Thank you very much for your attention.